какаушка. Какао, какао, ко-ко-ко-ко. Ладно, давайте потихоньку пойдем. Святая корова. Ready? Yeah. Kill the music. Okay, I'm recording. Now concentrate, Jody. Tell me if you feel anything in particular about any of these objects. Kill the music. Ян, там что, музыка включена в донейшене? Или что? Или ты так? Can you see anything, Aiden? Нет, ты напевать стала страшную песню. А, прости. Her music box. Laura. Кстати, долго думал, что Кураж и озвучка старого MTV один и тот же человек. Хм. Окей, потом. Нейтан, someone named Ryan Clayton is here to see you. He says you know what it's about. Yes. I'll be back in a moment. На самом деле, я не смотрела MTV, у нас его не было. Никогда. Listen, I never get around to telling her I need more time. No. Professor Dawkins, she needs to come with me today. I have my orders. Christ, she's only a child. Oh. My assistant and I are the only family she's got. She doesn't have any idea what's out there. Look, Dawkins, I see your side of it. All right, I do. But orders are orders, right? You gonna bring her to me, or do I have to go and get her? Jody, could you come here, please? Мое мировоззрение немного поменялось, когда появилась MTV. Вот до сих пор помню, как увидел их вильс. What's going on, Nathan? You look upset. Jody, this is Ryan Clayton from the CIA. Ну, это, наверное, было интересно, но... The agents... К несчастью, у нас тупо не было этого канала. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. Ryan's gonna take care of you from now on. You have to go with him, Jody. Today. What about the experiments? I thought we were working together. I'm sorry, Jody. It's out of my hands. What am I, a toy? Some kind of a test subject? Vita, привет.
Did you ever just Доброго вечера. Stop and think about what как I тебе want? День прошел? Джуди, I know. It's difficult, but you need to understand. This is a great opportunity for you. No one can tell me what to do with my life. Jesus, listen up, Miss Holmes. I don't give a shit about your pathetic adolescent pouting, all right? You can rant and rave all you want, but you'll shut your mouth and do as you're told. Go fuck yourself. That's it. Let's go. Come here. Johnny. Ты капец, парень. Работал. Я тоже. Go get my things. Потому что я улеглась. What are the essentials? We've got everything you need at Camp Perry. Где-то в этот момент я словил флешбэк к сирене. Оу. По-хорошему, она всех их может раскидать нафиг и никуда не поехать. Так-то. Что, возможно, и стоило сразу сделать. А вот это, кстати, непонятно, почему у нее уже собрана сумка, если ей ничего не говорили заранее. Она приходит, и у нее сумка собрана. Кэдвин, привет. У них лицевая анимация, точнее модели лица как-то поехали, стали картонами. В итоге мне на секунду вспомнилась Forgotten Siren. Мы напоследок ломаем камеру? Зачем? Почему? Же нам не поможет, как бы? Пойдем. Что такое? У нас отобрали выход. Вентилятор-то за что? Не знаю. Меня не выпускают отсюда, пока я тут что-то не разрушу все.
Единственное спасение от жары, действительно. Она, судя по всему, я не знаю, она это делает или Айден. Что называется, после нас хоть потоп. Ну, теперь-то можно идти. Я чего-то не понимаю. А. Да, похоже, рисунок надо было забрать. А что еще? После нас хоть не работающий вентилятор, действительно. После нас хоть... Уф! Бери, бери. А, то есть его взять нельзя, что ли? Серьезно? Почему нельзя? Чем обоснована возможность... Невозможность взять... зайку с собой? Взрослые, нам нельзя зайку. Ну и что? Что мы взрослые? Можно только отчаяние. Отчаяние! Я понимаю все, но прям интересно, сколько она может плакать. Ну... Я думаю, много. Как бы... Бесконечность не предел. Возьми зайца, сказала. Ей! Сработало в бок. Наконец-то. Все, бери зайца. Зайца взяли. Это главное. Столько же, сколько в Рейде можно орать Джон. Я бы взяла еду на твоем месте, ну ладно. Без зая никуда не пойду, вот именно. Шон! У меня такой вопрос, а остальные вещи, которые она с собой не берет, их что, выкинут? Как-то не очень честно. Ну теперь-то все. Слава тебе. Ну, иди уже, что ж теперь. Спасибо, Ян. Действительно, плачущие штучки. Снеговики. Что же будет твориться на Хэви-Рейн? Don't worry. I'm sure you'll be great. Не знаю, не знаю. Мы будем кричать шоу. I'm gonna miss the hell out of you, princess. Come and see you as soon as I can. I'll never let you down. Хочу и тырю. Я. I'll always be there for you. Time to go.
Они мои в том числе, они же у меня в голове. Точнее, хватит тырить мои скучные мысли. Лучше потырь малость тех мыслей, о которых я стесняюсь. Нет, так не работает. Я по большей части тырю высказывания. Я. Все угрожали Клейтону. Господи, Клейтон. Ну и фамилия у тебя, мужик. Это мы сейчас тут в трусах мационить будем, если я правильно помню. Да, я правильно помню. Ну, с какой-то стороны у нее квартира теперь есть. Я. Джоди. Hey, it's Ryan. Ryan. I was just wondering if you got my email. What email? The one I sent 3 days ago. Так, это все-таки трусы, а не шортики. Проблема в том, что трусы в виде шортиков существуют. Поэтому вопрос открытый. I mean, you wanted to see my apartment anyway, so... Sure, but I... How about around 8? Okay. Yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. See you later. Вопрос закрыт трусами, все нормально. Нифига себе, у нее квартирка. Now I get why you blasted my computer. You didn't want me to see Ryan. It's not your call, Aiden. I can do what I want. Fuck this. Fuck this! We're not gonna start this again. I'm not yours, Aiden. I can have a relationship with whoever I want. This is my life. Okay, it's my life. Me? This is my life. Oh, it's now or never. I don't wanna live forever. I happen to think Ryan is great. He's charming, he's intelligent, he's funny. And I think I'm falling for him. Okay. Это назначает встречу через e-mail, не знаю. I have an hour to make dinner, tidy up and... myself look. Давай закажем еду. The trash can in the kitchen. Серьезно? Поставь на место, рано. Может, у нее еще есть пакет для пакетов? Действительно. I gotta find something I can make in 1 hour with what's ever left in the fridge. Asian beef. Oh, I mean, that looks good. It's not too complicated. Закажи еду. Curried chicken with oven-baked vegetables. It'll take some time in the oven, but it seems doable. В чем проблема заказать еду? Я не понимаю. Pizza delivery.
not exactly gourmet, but it, no preparation, no mess. I mean, it could be an option. Закажи еду, спасибо. I mean, it's the easy way out, but... Давай начнем с того, что есть в холодильнике. Нет, мы начнем с того, что мы закажем пиццу. В холодильнике есть винцо, смотрите. Ну его нафиг, эту вашу готовку, за час до прихода кого-либо. You're not gonna stop me from seeing Ryan. Тут как бы есть отягчающие обстоятельства. Зовут Айден. Серьезно, их же видно. В чем проблема была на полку положить? Мне вот интересно. Там не было выбора китайской или тайской, там была только пицца, к несчастью. Hey, yeah, can I get a large pizza? The, super supreme? Блин, хочу пиццу. Like 8:15. Yeah. 6192 Columbus Street. Yeah, the 9th floor. Okay, cool. Great, thanks. Говорят, Джоди, как и девушки без фантазии. Ну, как бы. Что поделать? Если она так и будет в трусах ходить, мудик туда и не посмотрит. Я смотрю, ты на стороне Айдена. Он тоже считает его мудиком. Упирайся, да? Серьезно? Да, еще фильм посмотри. Совсем, что ли? Штаны хоть надень, пожалуйста. Или убери это все. Dirty clothes in the basket in the bathroom. Фига, у нее ванная какая, вы видали? Alright, there. Я не видела ее хахаля. Ты его только что видел, он ее забирал. Вроде, если я ничего не путаю. Ванна размером с мою основную комнату. Вот именно. Огромная ванная. Где ухахали этот мудик? Вроде да. Ну как, он еще ей не хахаль. Он просто ей нравился. Теперь уже. Да Джоди поехавший. Вот из этой сцены сперли ее голую модельку. Насколько я знаю. Что это? Сама никак? Вопрос, конечно, в том, нафига было давать себя снимать полностью голой, если можно было нарисовать какую-нибудь от балды. Но это уже другой вопрос. Это норм, что ванна не закрыта вообще никак. Вот мне тоже не нравится. Crap. Crap, he's early. Встречай так. Я вот не знаю, где у тебя шкаф. Например. I've gotta change. А, вот он. Да блин, джойстик. Зачем ей лифчик, в смысле? Ну... Платье надевай. Ну как зачем? Принято так. Oh, hello, Ryan. Oh, do you like it?
Он стоит за дверью, мать. Одевайся быстрее. Classy. It's the new me, and it shows that I can adapt to any situation. Ну, в смысле, маловато что-то прикрывать. Ну, спасибо. Вообще, на самом деле, тут больше речь о том, что у нас как бы не очень принято, чтобы соски просвечивали свою одежду, бла-бла-бла. Кстати, она ее сняла только что, лифчик, если что. Пошли, мадам. Coming. Ну, кто б сомневался? Oh, good one, Aiden. Okay, you got me. Now, open the door. Это не пицца, это Aiden. Aiden! Aiden, come on, open up! Что тебе мешает сказать, что ты хочешь идти в ресторан? Прям так, босиком. Открывай даже. Теперь вопрос. Джоди в вечернем платье, на ужин пицца. На ужин Джоди, а не пицца. Извините. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Тут у нас главное не ужин, главное винцо. Мы убирать этот кавардак будем, нет? Плохо чат влияет на Тори. Ты думаешь, я до чата не была такой же? Я тебя разочарую. Да, пошли, да. Иди сюда. Во. Фига ты его пьешь, если это бурда? Но шокер все же пугает. Ну так он был для проблемных мест Петербурга. Это не винцо. Да, да. Это какой-то ром или что-то такое, судя по всему. Чего мы тут еще хотим? Ну, квартира, конечно, у нее зашибись прям вообще. Это две или, не знаю, две, наверное, мои. Проблемные места Петербурга. Ну, черный ром, судя по названию. Ну вот. Проблемные места Петербурга, которые, собственно, Петербургом-то и не являются. Но мне пришлось с них жить. Какие виды. Go Romantic Collection. Блин, у меня диски были, я помню, с этими девочками красивыми. Полуголыми. Где-то дома. Надо их найти и забрать, пока их не выкинули. Рокки, у тебя никогда не было дисков Romantic Collection? Там такие обложки. Просто невероятные. Кэдвин подкрадывается к Проке и водружает ведро. Все. Кэдвин от... Ой, господи, Кэдвин. Кэдвин, правильно, отведерила прокрастинатора. Не было ей из деревни, а я прям не из деревни. Всем пригнуться, стол.
отведёрил. Но мне кажется, твоему мужику не привыкать к тому, что... Ой, что-то упало, да. К тому, что у тебя тут Айден есть. А... Ну ладно. Ставьте шутку про ведро, Кэдвин. Действительно. Айден, behave yourself. This is important to me, and I'm counting. Френд-зона Айдена. А ты вообще стареть собираешься? Chateau Margaux, 2001. The guy in the stores, that was a pretty good year. Слова отказывается. Ничего такой хахаль. Sorry about the mess. I mean, I just moved in, so it's... No, no problem. Looks lived in. Why don't you sit? I'll get the thing that opens the wine. Штопор. Джуди, а где наш штопор с тобой? У тебя же есть бутылка вина. Значит, должен быть штопор, Айден. Yeah, thanks. Айден. For fuck's sakes. Какой штопор. Вилкой внутрь пробку ебашь. Мы ножом обычно. А если вкрутить штопор в ведро, то будет интересная кастомизация, да. Он где-то здесь сидит, не правда? You want me to open it? No, no, I'll do it. А чё это ты-то этим занимаешься? Кто у нас тут? Ладно. Как говорила... Неправильно понимаю. Couple weeks ago. The agency found it for me and all furnished and everything. Just... Если я не буду за него безобразничать, мне не дадут не безобразничать за него или что? It's weird. Getting used to the idea of it. And how about you? Where do you live? Дала бы мужику в нище открыть. Вот и я про что говорила. Моя прекрасная мама бывшего парня did you grow up here? Всегда говорила, деточка, no, сиди, no, сам откроет, сам откроет. Эйден, а мы, может, с тобой не будем безобразничать, huh? Нет? Ладно. Мне не дают за него ничего не делать. Меня удивляет, почему платье то же самое. У нее нет денег на второе вечернее платье. Так может и нет. Она же не работает, грубо говоря. Айден's messing with us. Ignore him. Ignore him. Ну, мама бывшего парня, а что не так? Hey, how's it going? All right. You keep the change. Thanks. Так ей квартиру, скорее всего, купило государство, Проки. А не она сама. So we've been working together now for what? Two years? I know almost nothing about you. There's nothing.
Clements, do you, you still see him? No. No, I don't. I think they were just terrified about how different I was. So... Иди, шкотничи где-нибудь далеко отсюда. Слегка нервничает. А я не могу не безобразничать, меня не выпускает, понимаешь? Воу! Вы это видите, эту надпись? You don't need him, you have me. Тут как бы выбор, которого нет, к несчастью. Может, просто не... Ну, давай попробуем подождать, ничего не делать. Айден не хочет продолжения вечера. Вообще, учитывая, что они связаны, это довольно интересный вопрос насчет того, как бы... он не может от нее далеко отойти, и она от него тоже. То есть, любые постельные, так скажем, сцены ведут к некоторому тройничку. I've got Aiden, so. Вот если бы на подругу позвала. Да, которая бы не против встречаться с призраком. Ну да. Kind of has always made people run away. Or maybe it's me. Maybe I'm just too odd. Отвернулся бы как джентльмен. Они, по-моему, друг друга чувствуют еще плюсом, если я правильно помню. Айден's got nothing to do with this. Ну, поцелуй. Мне сейчас кажется, там Айден просто расплющит кого-то нафиг. Судя по всему, он не любитель подглядывать. Он любитель крушить. Призрак призраком, а с физическими объектами взаимодействовать может, толкаться любит. Да. Айден всю игру ведет себя как конченая сволочь, так что не отвернется. Ну да. Вот, здрасте. Настя. Ложись! Чё отпрыгнулись? Стол. Так. Мне кажется, что Айден просто немножко так и не вырос. Ну, типа. А, норм. Отстал таки. Молодец. Ты следила бы, чтобы он его не придушил. Hey, Aiden. Thank you. И опять откуда-то лифчик взялся. Невероятная история черного лифчика. Двадцать 28% только смогли переспать с Райаном. Упс.
Вы не стали убираться в квартире. Эй, я убиралась. Вообще-то. Thank you for your cooperation. Да-да. Господи, Проки, перепало не мне, а главной героине. Мне этого не надо нафиг. Ни в каком виде. Нет, Тори не надо. Тори без этого хорошо живет. Is that what time it is? I'm sorry, I was kind of. Сейчас обидно было. I know you've had a long day. Hey, this morning I bought your book. What do you say we get you tucked in and I read to you? Yes, please. I must have left it in the other room. Why don't you go in there and get it? I'll finish up here, and then we can go. Okay? Sure, I'm on it. Тори асексуал, как бы живите с этим. Я это спокойно живу без этого, без всего. Джоди, мы идем? Включай свет. So, where did he leave that book? Давай искать. Может быть, антисексуал? Ну, может, анти. Я в терминологию не вникала. Мне как бы. Не важно знать, как правильно я называюсь. Ну, вот эта книга, наверное. Антиквар, антикиллер. Да. Антишок, антипохмелье. Не пансексуал, это хорошо. Stop it, Aiden. It's not funny. Антипохмелин. Еще лучше. Aiden. Doing that, Aiden? Ты уверена, что это Aiden, милая? Бери книжку. Вот так всегда встретишь интересную девушку, это асексуально, так и запишу. На то есть причины. Ох ты, господи. Здравствуйте, ребят, девчат. Пансексуалы, которые любят Польшу, да. Так и пше. You found it. Now we can get down to the serious business of bedtime stories. Jody? Jody, you okay? Легматично наблюдает за полетом стола в Проке. She's dead tired is how she looks. Come on, Nathan, let's get her off to bed. Yes. Yes, hold on. Nathan, yeah, it's for you. Вижу мертвых. Людей. Я так и не посмотрела этот фильм, блин. А очень хотела. А, у него сейчас они? Поэтому она и видит. Nathan, what's up?
Я думала, что у него семья давно погибла. Они погибли при Джуди. Посмотрим вместе с Винцом. Ян, ну у меня уже Винцо, тащи. Я смотрел про спойлеры. Нет, спойлеры я знаю. Но я хотела бы посмотреть само кино. Планируешь возвращаться к просмотру киношек с нами? Ну да, когда-нибудь. Jody, let's get you off to bed. And just stay right here. I'll be right back. Come on, Jody. Давай завтра, если нет Глеба, иначе в воскресенье. Можно будет. Я почему-то думала, что у него семья погибла до того, как Джуди к ним попала. А они, оказывается, погибли прямо в момент. Офигеть. Можно будет, можно. Джамал Шейк Шериф, one of the most dangerous warlords in the country. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city, which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal and eliminate him. Now, he relocates twice a day. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. You'll be on your own this mission. No direct engagement with the enemy. No backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. We need to get you out before sunrise, so don't waste any time. The last American soldier that was captured here was pulled through the city behind a jeep. They found his head, one of his legs, in a fishing boat. I wouldn't recommend it. На что же это аммаж? I'll be back before they even realize what's happened. А я вот не помню, если с ним не переспать, они будут целоваться? I'll be fine. Кстати, со мной связалась девочка, которая будет прям рисовать эксклюзивный для нас смайлик один. Через какое-то время покажет скетч. Типичная американская история, как из сверхнатурала делают оружие. Кстати, да. Девочка красивая, а там нет аватарки. Не знаю. У нее на аватарке осьминожка. А еще она живет в Канаде. Переспать, чтобы поцеловаться. Genius! Так-то да. Стори связалась девочка. Стори связано много девочек и мальчиков. No direct engagement with the enemy. No backup. Если понравится, будем у нее заказывать мальчиков. Ну, посмотрим. Давай, Айден. Так. Стори любит связывать девочек и мальчиков. Чего? Со мной связалась девочка. В смысле, при чем тут я? Ты понимаешь, что это разные вещи, когда кто-то связалась и когда я связала? Рокки, ты как будто русский язык не знаешь порой. Понравится девушка или смайлик? Но свои фотки она мне не обещает скинуть, поэтому... Я думаю, смайлик. Придется по смайлику ориентироваться. Get in touch. One girl is get in touch with me.
Ты не волнуйся, после 10 смайликов начнет нудиться слать. Ты знаешь, сколько стоит у нее заказать... Ну, не у нее, а в принципе через Etsy заказать паком то ли 10 смайликов, то ли еще сколько-то. Давайте угадайте, сколько берут на Etsy иностранные художники за смайлы. Так, ради интереса. Юбилей, однако. Да. 5к? Ян, ты не поверишь. Ну вот в диапазоне между 5 и 50. Идиоты с музыкой на максимум. Мы тут вчера... Ой, да, вчера. С коллегами офигели просто. У нас как бы какой? Пятый этаж, последний. Между окном и нашим кабинетом еще один кабинет. И мы слышали, как проехала мимо машина с музыкой. Это был крындец. 27,5? Ну, почти угадал. 25 тысяч получается в переводе на русские деньги. 10 смайликов, 25 тысяч. Типа того. Эта девочка берет меньше. Вот. Но то, что там представлено... Расценки примерно такие. Это норвежские, канадские, американские художники. Ну, вот такие. Ну, за 25 нудис в подарок, конечно, не положен, но фотку да. Ну, да. А, внутрь типа сама ползи. Окей. Танюша, привет! Доброго вечера. Ты здесь пройти не можешь? Серьезно? Ты нормальная, нет? Ой, Джуди, Джуди, лапочка ты моя, зайчка, пусечка. Периодически ты такую фигню творишь. Невероятно. Я тебя, конечно, очень люблю, но, блин. Джуди настолько жирная, что не может пройти между двумя колоннами. Ну вот как бы ощущение, что да. Хотя она нифига не жирная. А нефиг было пиццу килотоннами жрать. Кто сказал, что она ее ела килотоннами? Давай, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, дорогая. Так. Когда номер пиццерии наизусть знала. Ну, как бы, если ты много двигаешься... Пиццерия тебе не повредит. Ай. Это было больно. Но не смертельно. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. See if you find anything. Great. Now let's go. Нет, подожди. Я слышала, что ты лежа стримишь. Да, я улеглась. Вита, спокойной ночи.
Добрых снов. Красотка, я тоже уже лежу. Ну а что, кресло раскладывается. Чё бы этим не пользоваться? Всем этот красотки. Какое небо звездное, вообще ужас. Стрим лежащих девушек уютненько тут у вас. Я жаль, только парни, лежащих прилечь рядом, шокером бьют. Один из плюсов геймпада — лежать лежа, блин, играть лежа. Да, это да. أتمنى أن نتمكن من الهجوم وإن هذا الوضع حقيقي. نعم. لأن نريد الذهاب إلى هناك. سيكون رائع التخلص. Что у вас много, ребятки? Давай. Поползли, поползли. Давай, молодец. Мне почему-то кажется, что мужики у костра должны были ее заметить. Get rid of him. Ауч. Погоди. Гадю. И это не привлекло внимания? Вот именно. Я не понимаю, как вот это не привлекает внимание мужиков, которые сидят позади у костра. Там что, калаш с сюжетным глушителем? Вот-вот да. Нет, есть вариант, что они подумали, что там застрелили гражданских, но, опять же, а пойти проверить? Потому что противники долбятся в глаза. Ну вот глаза, да, собственно, вот да. Она за этой колонной спряталась? Ну, мать, тебя не видно, да. Незаметность. Со скрытность. Со стелс.
Я не могу. Я стенка, 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 я вовсе не медведь. Да даже не то, что жирная, она, блин, ногу выставила. Какого фига? Хитман, отдыхай. Я офигею. Мне бы такой стелс на парах после бессонной ночи. Да. They've gone. Ну ничего, дорогая, сейчас найдем. Чего, огонек ментоловый? Это призрачный огонь. Тут не горит сейчас огонь. ابقوا رؤوسكم الى الاسفل هيا اتبعوني что тут еще было кого-то прострелили Супер, Ягуар. Привет. Добро пожаловать. Спасибо за фоллоу. Здесь. Еще куда ты? Можно было на столе еще посмотреть. Ну, ладно, ладно. Ого, тут народу. Как-то в другом месте пройти нельзя? Вон там, например. Ну, только не говорит, что пара веточек, как бы...
Да, и перекрыли проход просто парой веточек. Класс. Вот это вот непреодолимая преграда, дамы и господа. Ну, бывает.